Соберутся и затащат. Ну вот, собственно говоря, игра пошла. Сейчас узнаем, подсоберутся или не подсоберутся. Ну, пока что все вот по такой игре все в руках ВП. Они реально могут Фнатиков обыгрывать. И по первой игре Фнатики, ну, ничего такого сверхъестественного не показали. Просто собрали все ошибки и на них выиграли. Опять же, когда ВП так ошибались вчера против Империи, там сразу бах, и тебе 15к. Здесь опять куча ошибок, но преимущество совсем не такое грозное. Второй сет. Fnatic за тьму теперь будет играть, Virtus Pro за свет. Магнуса отправляет в баню попариться, Виртуса. Мандайнга отправляют в Фнатики. Ох-ох-ох. Да, говорят, что, возможно, Empire против Na'Vi будет сыграно чуть позже. 20:00 сет, то есть 23:00 по Москве. Официальная инфа. Dire team pick. Bat Rider. Bat Rider first pick от Фнатиков. Забанили Виспа ВП, забанили Баунти Фнатики. Dark Seer. Ну и что-то к Дарк Сиру, возможно, сейчас прилепит ВП. Джакиро не так популярен был вчера. Только, по-моему, Эмпайром играли. Ну вот он. Я немного вообще опять... Я даже не знаю... То есть вчера у меня прям был такой... завод от того, что ВП сливались, а сегодня у меня какой-то больше все это опустошает. Если так дело пойдет, мне кажется, я вообще просто сяду и буду смотреть молча в монитор. Ну вот прям что-то такое нахлынуло. Посмотрим. Где наша не пропадала? Лон Друид и Никс от Фнатиков. Интересные пики. Любит Никса. Одну секунду. Третий пик ВП. Немножко я подзамерз аж в комнате. Прям какая-то холод и стужа. Зима, говорят, на улице. Ну да, конец света наступает, температура падает. Все ближе и ближе. Но до конца света осталось ВП одну карту еще слить Фнатиком. Будет вообще точно такой конец года, я бы сказал. Не света, но конец года точно будет. Nature Prophet все-таки третьим героем. Вчера была равная игра. Да, вчера не была равная игра. Вчера был равный второй сет. Первый и третий выглядели вот так же, как против Фнатиков. Так, Лишак, Свен в бане от ВП. Квапа, Лайфстилер, Shadow Demon. Не хотят давать какого-то... Ну вот как раз вот эти все АОЕ-станы, от которых натерпелись сами. Очень много АОЕшников понабрали. Там и хаос был с точечным станом, плюс тизер станет, можно сказать, АОЕ такое своеобразное. Ну, тоже, на самом деле, в основном это работает как точечный стан. Потому что цепляют в основном одного. Плюс была Лина, плюс был Свен. В итоге там просто из станов не выходили ребята, а сами ничего не могли противопоставить этому. Ну и последний бан. Может, как раз Лина сюда улетит в этот бан, не знаю. Думают Виртуса, думают. Что бы нам забанить такое, чтобы затащить этот матч? Котла. Возможно, думали над даблой Никс Котел. Ну, в общем, решили подбанить в итоге этого Никса. Ну и понятно уже, скорее всего, Санта будет играть на Дарк Сире в харде. Кси будет играть на Профите, Нес на Джакира. Вот, забирают Фнатики себе Луну. А ВП нужно брать какого-то кэри. И какого кэри, я не знаю, потому что... Вчера они пришли к мнению, что Тини круче Вайда. И, в принципе, в какой-то степени это так. В какой-то степени. В каких-то моментах он действительно сильнее. Но никогда умирает два раза от Дарксира на верхней линии, а Войд с Фаст Мидасом разбивает лицо нижней. Reserve time. Совсем мало времени остается у Инесса. О боже. Witch Doctor? Это типа какой-то дерзкий фастпуш сейчас будет. Ну, посмотрите, Джакира, Профит, Дарксир. Это, по ходу дела, это стратегия ВП, часто такое делают. Они там на первых левелах сразу бегут и забирают вышку. Ну, у Рошана здесь просто Фнатики... Да, и Вивер. Рошана, Фнатики сразу пойдут чекать. Итак, Крейзи забирает на мид Дарксира. Санта берет на хард Профита. Кси будет на Вич Докторе. НС на Джакира. Эрман на Вивере. Охренеть, вот это пик просто. Ломай меня полностью. Говорят, что Вич Доктор хард кэри. Так, Fly у нас закупился на полный саппорт, в общем, в кучу вардов. Только банки будет на отводах. Хэр будет фармить на линии с колечком на защиту, 4 бранчами и 2 пачками танго. Хани на фастботл на мид. NoTail также full сап. Ну, ему вард передали, конечно. Но тоже будет отводить. И кто-то здесь еще. А и Трикси. Трикси пойдет в хардлайн. Я думал, что ВП сразу пойдут пушить почему-то. Ну, то есть, берете такой вот пик идете там с Джакира с огоньком, с Дарксиром со щитком, с Вич Доктором с хилом с каким-нибудь и просто ломаете. Ну нет. Пауза какая-то. Не знаю, чем вызвана. Ну, никто не отключился. Просто, видимо, какая-то небольшая пауза. И, слава богу, то есть сейчас там все это решат. Никто не будет дисконнектиться. Я надеюсь. Просто там разминку. Мы писали, наши пальчики устали. Ксин в Вич Докторе. Блин, ну... Трэшовый, конечно. Интересный пик с Вивером. Не трешовый, именно интересный. ВДшка. Нет, тяжело ВДшки будет. Ну вот просто посмотрите, как вы против Никса, Лины там будете ставить ульту. Конечно, понятно, что поставить хороший ульт это такая вещь за Вич Доктора весьма непростая. И без БКБ, которая на этом же Вич Докторе появляется... в очень маленьком количестве игр сделать это тяжело, но вот в таком пике, где Bat Rider сбивает двумя спылами, Мишка сбивает корнями, Никс сбивает станом, Никс сбивает вот этой вот своей штукой. Луна сбивает станом, и Лина сбивает станом. Тяжело будет Вич Доктору ставить свой Десвард, но у него есть баночки, у него есть Voodoo Restoration, Маледикт, и, в общем-то, это уже неплохо. Продолжается у нас пауза, немножко затянувшаяся. Поехали. Продолжается у нас игра. Там, не знаю, что-то было, какая-то проблема была, но не связанная с железом, слава богу. И начинается драка. Battle begins. Сейчас Фнатики постараются пообузить свой лес как можно лучше. Вот смоук здесь у NoTail. Ну что, на первом левеле прям пойдут в смоках гангать? Ну, кстати, возможно, Crazy пойдут и прям сразу навешивают, потому что... Я бы так на месте Фнатиков на самом деле и сделал, потому что, как бы, ты видишь, что у человека не идет ничего, он там умирает и соло против. Ну, вот сейчас он навесил два щитка, добил кучу крипов, протолкнул линию. Не, решили пообузить просто в начале леса, смоком чуть позже они воспользуются. Да, отвод раз, здесь будет дабл спаун, и все будет хорошо. Ух ты, медведя убили, ни хрена себе. Это очень интересно, как они смогли убить медведя так рано. Блин, вот это я зря просмотрел, потому что действительно снять 2700 хп этому чудищу. Или там не 2700, нет, 2700, по-моему, же у него. Нет, 1400, 1400, но в любом случае, даже 1400 снять, охренеть, как тяжело. И они смогли снять. Это на самом деле очень важный момент, потому что сейчас они фактически законтрили лондруида. Кси с НСом просто красавцы. Начали отводить свой лес. Вот в кои-то веки у ВП получаются нормальные отводы, и все в порядке. Ой, посмотрите, Трикси просто проседает по ХП. Меняется с Вивером. Вивер не влезает под вышку, Вивер отхиливается, лондруид отхиливается. Щитки, щитки, щитки. У Дарксира есть Сурж, прилетает здесь бутылка, и сейчас полетит стик к Бэтрайдеру. Поедет, точнее, пешком. Также на отводах у нас Фнатики. Профит качается в лесу, оставляя на фрифарме Луну. Ну, в принципе, если бы он стоял против нее, она бы все равно была на фрифарме. Просто не хочет заходить. Вышел новый медведь. Дынает, дынает, дынает крипов. Давайте, ребят, еще. Хорошо, задынаяли еще крипа. Медведю вообще ничего не дает. Посмотрите, у медведя там 36 опыта. Это хрень. Кидай банки. Нет, банки сейчас не откинуть. Медведь что-то вообще не прогрызает. Заденайл. Красавчик. Си. Еще одного крипа. Заденайл. Здесь на огоньке. Ну, неужели ФБ? ФБ забирает Crazy. Красава. Просто красава. Будут перехватывать еще и Флая. Флай. Еще удар. Хорош. Блин, и Crazy выжил. И Никсу сбили банку. Ну, вот это уже лучше. Это уже гораздо лучше. Это уже больше похоже на дотку. От ВП забирают ФБ, хорошо сагрил Crazy. Ну, Crazy, нужно идти лечиться. Че ты здесь бегаешь? Уходи. Иди лечись. А, бутылку он несет себе, фласку. Ну, просто рисковал. Все, флаской захиливается и глотни из бутыля разок. Хорош. Все, полное ХП. Медведя бьют, медведь горит. У медведя до сих пор первый левел, у Профита уже третий. Вот медведь сейчас себя апнет второй, но он отвел только пачечку. 18 крипов у Айрмана, 18 крипов у Эра. Вот это поровнее пошла в начале игра. 2 килла даже забрали. Не поровнее, даже наоборот. Это пошла куда лучше. Миско, миско, ребят. Санта напротив. Не знаю, как много играет Санта напротив, но в принципе герой для харда... Почему бы и нет. Дарксир повез себе бутылку, у него 9 стиков. Я, кстати, какую-то фигню сказал, я посоветовал Бэтрайдеру купить стик. Против Бэтрайдера надо покупать стик, конечно. Но это ладно. Это затмение было. Надеюсь, вы мне его простите. 11 стиков. Хорошо, фармит Crazy. У Crazy 17 на 2, здесь 15 на 7. Да, учитывая, что он милишник, все в порядке вообще. Полностью у него на линии. Он имеет гораздо больше золота за счет того, что там забрали ФБ они с Сантой. 5-й левел. У Бэтрайдера еще 5-го левела нету. Witch Doctor имеет 2-й. Не так много. Jakiro имеет уже 4-й. Это очень хорошо. 4-й здесь. Здесь 2-й. И здесь... Так, это 5-я луна. Нет, она нам не нужна. 2-й. Ну, великолепно. Что я могу сказать? Инесс отлично отводит в лесу. Показывает, что он, оказывается, умеет отводить крипов в лес. Ну, это, конечно, я... Опять включил какой-то троллинг-мод ненужный. Дарксир или Ген в баночке. Ну вот просто сейчас дефолтную доту очень хорошо исполняют и забирают преимущество. Солидное преимущество. Это не только фраги, это больше, чем фраги. 1500. 2 фрага это 600. Профит летит. Профит уже подкачался в лесу до 4-го левела. Не так много у него пеньков. Но посмотрите, есть базилка, сапог и Glove of Haste. Ну, нормально сейчас здесь будет отбивать эту вышку. Не давать по возможности Луне ее пушить. Witch Doctor подходит на мид со вторыми станами. Подтягивается куда-то на топ. Может быть, чекнет руну. А, Варда, наверное, обновит. Да, поставил вард. Вивер начинает развлекать потихонечку Трикси. Трикси 2-го левела, медведь, 2-го. Ой, у медведя проблема. Проблема у медведя есть. Медведь умер. 3-0. Сверху. Влетели на Эру. Эра. Ничего не успел. Эклипс завязать не успел, умер. Хорошо, 4-0. И сейчас ганг. Вот просто отбиться сейчас Crazy от этого ганга. Сверху упадет вышка. Вот-вот упадет вышка. Здесь Лина всего лишь третья. Никс второй. Вивер шестой. Луна, ну, Луна тоже шестая. Вровень. Профит пятый. Лон Друид нет, даже не имеет третий левел. Джакира почти пятый. Вич Доктор почти четвертый. Пробили вышку неплохо. И остаются наверху. Как нее забрали здесь вообще? 4-0. Летит куда-то кура. Пустая. Персеверанс. Хочет себе. Видимо, хочет себе Персеверанс. Айрман. Выводят пеньков. Залетает Crazy. 1 на 3. Такой ты смелый, что просто мне аж страшно. Ну, здесь при поддержке Вич Доктора. Отходит на мид к Бэтрайдеру. Бэтрайдеру нужно быть осторожнее, у него 1200. Ставят ему туда вард. И что, будут пушить? Возможно. Пока что ни одна вышка не упала, но сверху вышка немного пробита. Как, в общем-то, и у ВП, так и у Fnatic. На миде, в принципе, все достаточно фуловое. И снизу тоже. Ну, чуть-чуть у Fnatic вишки более битые. Но вот сейчас начинается пуш Jakiro, Профитом, Вич Доктором и Дарк Сиром. Вчетвером они приходят на мид, и мид не выдерживает этого давления, нет фортификейшна, первую вышку забирает ВП. Айрман. Здесь медведь четвертый. Медведь четвертого левела. Ульт неплохой от Nature Profit, посмотрите, NoTail и Fly остаются без ХП. И медведю чуть-чуть повезло, он успел выйти из вижена. Ой, ой, как больно! Медведь сейчас умрет. Медведь умирает. Ник встанет. Неплохо цепляет Айрмана. Айрман, конечно, фиданет. Но, не знаю, оно, возможно, того стоило. Какие банки от Вич Доктора. Все стоит под банками. Цепляют Вич Доктора. Здесь есть ли еще крипы? Есть крипы, которые агрятся на вышку. Дарк Сир тем временем забирает Лину спокойно в лесу. Это 6-1. И умер только Вивер, занырнув за вышку, убив в который раз уже этого медведя. Медведя нужно гнобить. Медведь до сих пор четвертый. Четвертый медведь, это медведь без корней. И пока он не будет пятый, Виверу вообще нечего бояться. Его никак медведь не может прикопать. Это очень важный момент. Ульта у Бэтрайдера нет. Подтягивается куда-то наверх Crazy. У Crazy сейчас просто карт-бланш. Так хорошо он не начинал. Уже игр 5, наверное, подряд. И он сейчас чувствует себя должен просто суперменом нереальным. Под спинками Профита заходит. Нереально Луне ультануть. Абсолютно. И она просто умирает. Дарксир забирает фраг. Очень битый Санта. Санта отступает из-под вышки. Никс. Никс дает станчик. Раз. Он обер. Два. 15 стиков. Использует стики. И просто уйдет сейчас Crazy. Crazy уходит. Слишком жирный. Здесь Вич Доктор со своим хилом. НС и Айрман ломают вторую вышку. 2-0 по вышкам, 7-1 по киллам. Вообще, просто я все больше и не понимаю, что вообще происходит с этой командой. Как можно сыграть прошлую игру вот так вот и играть эту игру вот так вот? Просто слиться в мясо в прошлой игре и вырывать с корнем Fnatic в этой. Ну, пока что Фнатики просто терпят. У них 5000 отставания. Они ничего не могут противопоставить. Бэтрайдер без даггера. Там уже Дарк Сир. Кучу денег имеет. Иллюзии пошел. Сейчас развесит кучу щитков. Никс 4. Лина 3 вообще. Jakiro уже 5. Вич Доктор почти 5. Стан попадает по Crazy. Забавно. Все в линию построил. В линеечку. Как учил. Медведя находит. У медведя уже есть 5, но он опять... Нет, он может и не сдохнет, кстати. Ульт использует. Профит влетает сюда же. Нет, Профит не влетает, не влетает, не влетает. Развлекает здесь Вивер. Ну, немножко аркадно это смотрится. Ну, на самом деле, молодец. Хорошо развлекает. Получает стан, у него Персеверанс, у него хороший реген, ему выгодно вот так вот меняться по хп. Медведь в итоге вынужден куда-то опять отступать в лес без хп. И там прятаться. Witch Doctor разбил смоук. Бегут они вместе с НСом. Crazy. Попробуют сейчас кого-то, может быть, в лесу найти. Медведь очень осторожно играет. Никса не зацепить. Поехали за Луной. Луна ловит один станчик. Стан вообще не туда. Бим. Ну, Фнатики уже боятся. На самом деле, сейчас можно было разбирать виртусов. Хотя под Дарк Сира страшно лезть. Дарк Сир играет без стенки. У Дарк Сира Мека. Вот теперь действительно страшно лезть. Под Дарк Сира Санта с Мидасом. Санта с заряженным ультом. И сейчас можно будет его куда-то разрядить. Вивер 1100. 1200. Персеверанс. Вот, можно включить, кстати, график. 4900 Crazy, 4900 Illidan, 3900 Санта. 300 Луна, 3300 Bat Rider. Печальнейшая ситуация у Фнатиков. Просто очень печальнейшая. Вы посмотрите на эту Лину. Просто вот посмотрите на закуп Флая. Я такого вообще еще не помню. 12 минут у него ничего нет. У него не то, что сапога нет, у него ничего нету вообще. Никаких айтемов. Профит спокойненько забирает Рошана с Вивером, с пинками, с хилом Witch Doctor. Все фуловые, бояться абсолютно нечего. Никаких жестких АОЕ ультов. Ну и просто Bat Rider ничего не успел сделать. Санта здесь уже... Ой, Санта. Crazy забегает, все чекает, нагло. 1100 хп, Мека. Как его заберешь? Санта возвращается на линию. Продает крипа. Вызывает сейчас новых пеньков. Через 7 секунд у него они будут. Банка от Bat Rider. Неплохая банка. Хил тут же включает Witch Doctor. Подходит под него Illidan. Пеньки пошли от Witch Doctor. Есть еще Мека. И забирают еще одну вышку. И это будет уже 4-0 по вышкам. Да, вот оно, 4-0 по вышкам. Почти 10 тысяч. Добить нужно сейчас эти 10 тысяч. Забыл пеньков на Рошане, вспомнил про них только сейчас. Пенечки пошли в атаку. У Никса, опять же, айтемов нету. Здесь кое-как медведь себе насобирал на сапог, на перчатку. 1200 у него еще есть, неплохо. У Луны пытается собрать БКБ. Ну и просто вот этот вот Witch Doctor с урной и арканами чувствует себя замечательно. У Инойса тоже 1000 монет сверху. У Вивера ПТшечка готова. И Вивер приближается к линке. 7-1. Идут пушить пятую вышку. Дефить вообще нечем Фнатикам. Просто нечем дефить. Они ничего не могут сделать. Просто Jakiro с профитом пушит вышки очень быстро. Witch Doctor там еще и хил дает. Мидас у лондруида. Ну вот так вот. То есть он еще и Мидас купил. И вообще сейчас не отбиться будет. Летают. Цепляют Jakiro. Jakiro пытаются убить всеми доступными способами. Нужно давать ему меку. Ульт от Nature Prophet очень неплохой. Witch Doctor! Хороший ультимейт. Jakiro все-таки умирает. Даблкил от Dark Seer. Dark Seer продолжает прожигать. И NoTail также убегает. Триплкил от Crazy. Ну это просто фантастика. Crazy заиграл. Первая игра, в которой Crazy сыграл нормально. 5-0 в результате и победа за 15 минут. Crazy там вкололи, а Зверина, походу, в перерыве. Инес всадил шприц в ягодицу своего тиммейта. И просто Crazy с красными глазами превратился в этого, в Кейсера из польской команды, который там качок такой. Тоже начал убивать. 2500 у него есть и 6-0 по вышкам. 6-0 по вышкам. И здесь даже, ну вот наполовину нету ни одной битой вышки. Ну вот только сверху, и то она больше, чем наполовину здоровая. Сейчас Виртуса просто могут не давать запушивать ничего. Никс в инвизе, Никс кого-то пытается найти. Jakiro собирает форстав, чтобы не было таких приколов, как в прошлый раз, когда его забрали. Хаста, Блинк Даггер. Летит что-то. Это Линка летит к Виверу. Да, с Линкой этот парень действительно будет страшный, потому что Линкой блочится станчик Никса, Линкой блочится, ну, ульт Лины, лассо, естественно. Снизу вышку подпушили немного крипы, но это все фигня. Луна тоже остается, а сверху и нечем дефить, у вас только одна Лина. Ну помогите же ей, Фнатики, что вы делаете? Вам сейчас сломают просто мейн. Бэт Райдер влетает за Вич Доктором. Вич Доктора никак не спасти. Вич Доктор затягивает очень далеко. Он дает банки, он получает стан, получает кучу урона, умирает. Тут же выкупается Вич Доктор, летит обратно. Луна очень битая, минус Луна. Вивер там до сих пор живой, Вивер ультит, у Вивера до сих пор есть Аегис. Вот он, кстати. Нет, нет, говорит Вивер, я не так прост. Банка откидывает его еще немного назад, но он до сих пор живой. Вич Доктор возвращается в драку, использует хил, и сейчас все будут снова здоровые. А там уже отбиваться нечем. Там есть еще и Эклипс, но нет ульта Бэт Райдера. Уже так хорошо не синициировать. Мишка получает пауков все в спину. Банки, банки, Вич Доктор бесит, просто бесит эти банки. Стан отличный, по четверым проходит. О боже. Хорош, ой, хорош, Вивер. Вивер до сих пор с Аегисом. Профи думает, ворваться ему или нет. Санта тоже думает ворваться и... Ульт получает Крейзи, Крейзи слишком жесткий. Минус Лина от Вивера. Крейзи слишком жирный. Да, это минус Луна. Последняя тычка летит. Стенка от Дарк Сира. Бэт Райдер зачем-то через нее проходит. И все, три героя сейчас могут разбирать. Нет, Санти тяжело, Санта уходит на ТП, поэтому... Но вот эти два героя точно разберут. И до сих пор есть Аегис у Вивера. Да, ну, конечно, подстанчик Никса, они попали здорово. Профит возвращается. Здесь начинает тыкать потихонечку медведя Вивер. Запирает Мишку. Мишку начинают бить. Мишку бьют. Мишке больно. Телепортируется обратно Никс. Получает станчик. Получает макропиру Никс! А от макропиры-то урон со временем идет, поэтому ее так просто не заблочить. Профит убивает Лину с помощью ультимейта. Здесь Вивер продолжает раздраконивать, убивает медведя. Джакира, Айспас минус Бараки. Пишите ГГ, выходите и давайте третью игру смотреть, которая будет решать очень многое. Нет, здесь уже никак Фнатикам не отыграться. Они играют против Профита с Вивером. Они потеряли одну сторону в 17-й минуте. Их просто... Их будут разводить всю игру дальше. Ну и Вивер, между тем, 5-1. Крейзи вообще... Крейзи просто мега-танк какой-то. Сейчас он купит себе, я не знаю, что на 4600, но этот парень, в него там заходит куча урона. Он ест ульты Лины, он получает какие-то ульты Бэт Райдера, Никс его бьет, и в итоге у него 6.05. Его даже там наполовину еле-еле смогли продамажить в последней драке. Потому что у него 1200 хп, у него мека, у него Soul Ring, бешеный реген, там еще бутылка, Magic Wand. Он из всего этого отпивается, покупает себе Dark Seer, Dagger и Gem, не парится, и Травела. Все, называется, я закупился, ребят. Я настолько жирный, что если ничего не буду покупать дальше на хп, на ману, на броню, я просто куплю себе Травела, Блинк и Gem. Из Дарк Сира какая-то у нас получается энигма такая. С даггером, с которой с вакуума будет там стягивать. Стан получает Бэт Райдер, макропиру, маледикт. Вроде уходит. Закрывают Никса. О, Вич Доктор что творит. Живет, мека вовремя, очень. Очень вовремя мека от Крейзи. Станчик еще профилактический. Ну, никого пока что не удалось убить. Кси тут, правда, битый очень. Первую вышку сняли все-таки Фнатики, разменяв ее на 7 своих. Не очень хороший размен. У Никса закончилась вендетта, он теперь не нанесет бонусного урона. У него вообще с маной огромные проблемы. Здесь Вич Доктор продолжает хилять своим вардом первого левела. В принципе, первого левела вард или последнего значения не имеет особого, потому что... Ну, как бы, он последнего больше лечит, но он больше маны ест. То есть, если ты в ноль его используешь... Ой, в медведя влетели, медведя подстанили, медведя убили. Минус медведь. Банки продолжают летать по Бэт Райдеру. Он тут же выкупился. Вивер там страшные какие-то вещи вытворяет. Нужно станчик Виверу давать. Нет, Виверу не дают станчик, он просто возвращается обратно. Нет у него уже, конечно, Аегиса, но зато есть два Джавелина. Это скоро... МХБ собираются сварить. Отличные банки от Вич Доктор. Великолепный станчик туда от Джакира. Двойное дыхание. Как он жестко продамажил. Хороший вакуум от Дарк Сира. Дарк Сира хватает. Дарк Сира не убить. Он просто слишком жирный. Хотя вот его продамажили немножко. Он как лагает все. Крейзи. Сурж. Убьют или нет? Нет, Мека. Стан. Уходит. Сколько он сейчас урона съел? Все в него влетело. Вообще все, что было. Он выжил. При том, что парень не купил себе ничего. Он купил себе даггер и гем, и травела. Эти айтемы не дают вообще ничего ему. Ну вот кроме мобильности, не дают. Мобильности и True Vision. Минус вторая сторона. Ну и Fnatic можно писать ГГ. Я не знаю, что они здесь упираются. Ну, конечно, да, я понимаю, что все правильно они делают, потому что можно совершить какие-то ошибки. Но все-таки пишут ГГ против Вивера и Профита, потеряв две стороны, но выиграть очень тяжело. Вас просто будут разводить до бесконечности. Пишут ГГ, выходят, молодцы. Все сделали правильно. Это Virtus Pro. Слить в мясо первую игру, разорвать в мясо во второй игре. Фнатики вообще себя чувствуют, наверное, лишними на этой сцене. Просто спектакль одного актера от команды Virtus Pro. Ну и в результате 6-0-7 Crazy. Crazy, который на этом турнире вообще ни одной карты, по-моему, не сыграл нормально, ни разу не умер и отыграл вообще великолепно.